Теперь, почему мы создались и в чем смысл этой группы? На самом деле, еще в декабре этого года многие помнят, когда были военизированные структуры в Киеве, которые защищали олигархические активы, в частности Игоря Коломойского. Вспомните, кто тогда стоял на баррикадах. Я вам скажу, кто. Сергей Лещенко, мой коллега, и я. Так получилось. Ни Генеральная прокуратура, ни президент, ни премьер-министр, ни глава СБУ, никто. При этом, когда у нас во фракцию избирается человек, который достаточно близок к президенту, у нас половина фракции едет в Чернигов. 68 депутатов едет в Чернигов. Это мы Сергей поддерживаем своих коллег. Мустафа. Это правильно. Его фамилия Сергей Березенко. Да. Но извините, Березенко. Суть очень простая. Когда мы боремся против олигархов, мы боремся вдвоем. И нам говорили, вся фракция, с нами разговаривали очень просто. Знаете, как с нами разговаривали? Нам говорили, ребята, вы молодцы. Виктор Васильевич боролся с нами вместе в зале, это правда. Но нам говорили как? Ребята, вы молодцы. Вы правильно все делаете. Давайте их, жмите. Но я напомню, у нас за фракцией 154 депутата. За нами стоит президент. За нами стоит премьер-министр. Мы считали, и мы считаем до сих пор, что мы коалиция. И если мы говорим о том, что нужно вернуть дивиденды в страну, то это общее дело всех вместе нас. Эта ситуация повторялась много раз. Я думаю, что ни для кого не секрет, что и сейчас многие телеканалы, медиа занимаются уничтожением людей, которые борются против коррупции. И это никого не волнует. Медийно в стране происходит одно. Все пытаются объяснить промахи и ошибки. Но я не вижу системной политики, как бороться против коррупции. Ни одна пресс-служба, ни Народного фронта, ни блока Петра Порошенко, ни фракции наших, ни президента, ни премьер-министра не заточена на то, чтобы в принципе в обществе поднять тему борьбы с коррупцией. Но в стане Арсения Петровича Яценюка сейчас уничтожает моего коллегу Сергея Лещенко. Думает, что они уничтожают. Просто они забыли, что мы прошли Виктора Януковича, и так уже не будет. Они не умеют это делать, так делал Янукович. Они пытаются это делать. Некоторые коллеги наши по фракции нам говорят, ну как же ж вы так? Вы вот нас предали тем, что вы объявили себя антикоррупционной платформой. Я хочу расставить все точки над «и». Первое. Мы действительно считаем, что нам нужно объединяться. К сожалению, те люди, которые борются против коррупции и за какие-то честные правила, их мало. Когда мы объединялись, когда мы только пришли в парламент, мы думали, что мы все вместе. Оказалось, что у нас есть люди, которые за нашими спинами, которых многие из вас не знают. Я вам назову несколько фамилий, даже не буду их назвать, чтобы никого не обижать, но вы их не знаете. Но эти люди зарабатывают огромные деньги за нашими спинами. Они зарабатывают каждый день в парламенте, договариваясь друг с другом. Они зарабатывают свой бизнес, имеют своих депутатов. Но когда вы вспоминаете, что такое блок Петра Порошенко, запоминайте лица этого блока. Меня, Сергея, Виктора Васильевича, тех людей, которые медийные. И на нас ложится негатив. И мы должны с этим бороться. И мы пришли с этим бороться. И нас поставили вперед. Давайте боритесь. Хорошо. Но, ребята, давайте тогда вместе. И если мы боремся, то так мы отделились. Мы говорим, окей, мы действительно против коррупции. Вот мы, вот наша группа. Мы открыты. Любой член фракции может к нам присоединиться. Более того, все разговоры о том, что мы раскалываем, выходим, это чистая манипуляция времен даже не Виктора Януковича, это Виктора Ющенко раннего, когда наша Украина разваливалась. Послушайте, мы действительно против коррупции. Если во фракции есть кто-то, кто за коррупцию, ему нужно просто выйти. Это не раскол будет. Это будет просто честное признание, камин-аут, да, вот такой, коррупционный. Мы эту фракцию создавали. Это наша фракция. Мы в ней диктуем правила. Так получилось, что те люди, которые стоят за нами, диктуют другие правила. И по этим правилам большинство готово жить. Я надеюсь, что это большинство станет меньшинством, они присоединятся к нам, и это будет действительно наша антикоррупционная фракция БПП.